Что мы сегодня? Куда мы приехали? Мы приехали у реки. У реки? Да. Тут черные магнитные пески. Мы решили сегодня позагорать. Ну, люди загорают. Когда выезжали, было холодно. Приехали, лето. Лето уже жарко, да? Теплый песок. А мы еще сегодня решили и клад поискать с Ариной. Будем клад искать? Да. Клад. Будем сокровища пиратов искать. Да? Да. Пошли. Пошли. Ну что там, что нашли? Пока нет. Пока нет. Но я нашла кучу ракушек. Куча ракушек. Вот. Давай еще искать ракушечки. Папа там что нашел? А вон там у папы какая-то красивая ракушка. Нет? Это не ракушка? Вон. Сейчас покажу. Ну понятно, что она красивая. В Батуми таких нету ракушек. А я вот буду туда искать. Да? Мыщи. Тут песок такой гладенький. Гладенький. И блестящий. Да, и солнце. И солнце, да? А завтра будет опять дождь. Да? Я не люблю дождь. А кто ж его любит? Опа! Папа что-то нашел? Нет? Ничего. Ничего не нашел пока. Да. Даже ничего не пищит. И тут? А ты что нашла? Перышко. Птички. Ракушки, перышки. А вот там где-то Батуми. Ну отсюда не видно Батуми. Золото мы не нашли, драгоценности пиратов не нашли, в следующий раз найдем обязательно, да, Тотя? Что ты сейчас хочешь сделать, что мы будем делать? Ехать в дендропарк. Дендропарк, погуляем там, посмотрим на фламинго, да? Розовые фламинго сейчас поедем, еще посмотрим, прогуляемся. Море еще холодное, никто не купается, я попробовал водичку, холодненькая водичка. Градусов 19, наверное. Поэтому поедем дальше гулять. Собак накормили. Собаки, конечно, я не видел, чтобы так жадно не ели хлеб. Ладно. В следующий раз мы возьмем много-много. Приехали мы в дендропарк. Тут он машин. Куча. И мы идем тоже гулять. Нет карты. Нету? Ну, будем без карты, мы же все равно уже грамотные. Она вот тут лежала. Тут лежала. Ну, уже все закончилось. Видишь, сколько машин? Разобрали все. Все карты. Смотри, сколько тут. Милоцвета какого. Да, тут болото. Расцветает все. Какая красота. Это что-то как абрикосы, что ли. Не знаешь? Ну, пошли дальше. Пошли. Пошли дальше. А наша мама, как всегда, в ТикТоке. Она снимает. Да, мам? Пошли? Что это там? Смотри, сколько аистов красивых. Этих видели, да? Нет, мы не видели. А вон дальше, направо. Мы идем
Направо сегодня пойдем. Ну мы же сюда не ходили еще в прошлый раз. Пойдем сюда. Боже, какая красота. Белый павлин. Подходи. Можешь ближе подойти? Можешь ближе, только тихонько подойти. Это он так девочек созывает, привлекает. Ага. Это мальчик, да. Это он девочку так привлекает. Нет, тут еще один, да? Сейчас они будут соревноваться, у кого хвост красивее. Да, здесь птички совсем близко подходят. Прикольно здесь? Я с палкой. С палкой? Что будешь с ней делать? Ходить с ней. Ходи, грибы собирать. Грибы будешь искать ее? Да. Смотри, олененка. Олененка? Да. А где он там? Ой-ой-ой-ой. Совсем малюсенький. Так близко не подходи, а тут не испугай, да. Ух ты, шечка. Просто супер. Он там живет. Угу. Смотрите, просто обалдеть. Так он, наверное, я не знаю, ему пару дней или сколько ему. Ага. Ну, конечно. Смотри, боже. Какая милота. Не, ну мама, наверное, где-то есть. Да, да. Есть, да, мама? О, есть. Ее просто отсадили, да, сейчас. С нами дела, да? Угу. Чтоб к людям привыкал, да? А сколько лет ему? Сколько ему дней? 15 дней, да? 2 недели. Масенький. Обалдеть. Это его приучают просто к людям, чтобы он не боялся. Да. Мама в другом месте. Наверное, вот там вот в вольерах. Угу. Мы нашли бамбуковую рощу. Пошли. Давай. Ну, наверное, можно. Тут же не ограничено. Идем. Осторожно, смотри, не наступи на... Не видишь, тут срубленная часть? Может острый торчать. Класс. Тут такой... Еще одна? Ну, нам туда надо идти. Туда. Пошли туда. Тут еще клетки строят. И вот они. Я не думаю, там батуми так и останется, а здесь тоже будет. Что, где попугаи красивые? Мы их прошли, да нет. Так, а что, все попрятались? А, вот, вон сидит. Вон тоже. Вон, ай, убежал. Убежал. Да? Это кто, Ара? Ара, да, это Ара. Вот.
Угу. Вон они. Вон. Да, вот они. Украинский попугай. Синий-желтый. Красивенький, да? Лемурчики. Ну вообще лемуры любят червячков вроде есть. Он червячка какого-то достал, да? Точно, он какого-то червячка. Взял типа караеда, что-то такое. Угу, да, точно. Угу. Заведем себе такого. Маленькая, хвост длинный. Угу. А вы уже взрослые. Ай, там много. У них тут целая семья. Ничего себе. Я лемуров. Ну, не. Целая семья лемуров. С Мадагаскара. Точно с Мадагаскара. Нормально масса вообще, не реагирует. Какие они милые. Посмотреть. Много чего. Ну пошли еще посмотрим много чего. Пошли, давай. Да, какие тут красивые все-таки попугайчики здесь. Угу. Это неразлучники, да, кажется? Розовенькие. Тут это кто? Розочка, да. Розочка какая-то. Нет, это не розочка. Нет, это не розочка. Это какой-то другой цветочек. Да, красивенько здесь, да, дочь? Прогулочные, да. Ничего, завтра будет дождь. Да, будем сидеть дома. Монтировать видео. Да. Нас привела. Ух ты ж, какая классная беседка. Тут целая терраса. Птичек можно отсюда наблюдать. О, не фламинго там. Угу. Да. И сюда добрались. Да, пошли вокруг озера и сюда добрались. Пошли дальше? Пошли. А что это такое с аппаратом? Где? Я не знаю. Что это? Это не работает сейчас ничего тут. Что-то должно показывать. Наверное, там монитор должен стоять. Угу. Наверное. Пошли. Ирина нашла качели тут. Получается?
покатать. Все, здесь остаешься? Будешь здесь сидеть? Нет. Нет? Все уселись. Мама даже. А ты так скрипи так. А что тут должно быть? Да, тут, наверное, должен быть какой-то очаг. Очаг? Да. Ну, огонь гореть тут должен. Жарить шашлык? Наверное. Маршмеллоу. Давайте прогуляемся по мосту чуть-чуть. И там гуляемся. Угу. Ой, какой крутой мост. Интересно, что там? А мама знает, что мы на мосту? Нет. Мама наша потерялась. Ага. Да, что мы на мосту тут гуляем. Аккуратненько только спускайся. Смотри, тут такой крутой подъем и спуск. Какая тут обалденная бамбуковая роща, как в тропическом лесу прямо. Забудешься тут? А? Да, тут можно заблудиться в такой банановой, говорю, бамбуковой рощи. Сейчас идет у вас. Как обойти бамбук? Да? Опа. Ага. А если бы палки не было в руках, то бы нормально было бы. А с палкой тяжело обойти бамбук. Обошли мы бамбук. А сейчас будет потом купить. Там тоже будет, да? Пошли, пошли, пошли. Вон они далеко, фламинго. Они сюда близко не подходят. Да, у них там кормушка, походу, и они там себе живут. А вот пеликаны рядом. Вон, смотри, пеликаны. Как правильно, пеликаны или пеликаны? А вот мы сейчас прочитаем. Правильно, цапля. Это не пеликан, нет. Не знаю. Что, ладненько. Вот наша прогулка подошла к концу. Давай. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, всем пока-пока. Лайки, 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 лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Лайки. Пока-пока! Пошли, побежали. Цапля, да? Да.